Фастарс. Все в твоих руках. Здесь именно ты указываешь шанс выигрыша. Играть просто. Делаешь любую ставку от 1 рубля и выбираешь шанс на победу. Чем меньше шанс, тем больше выигрыш. Нажимаешь «Играть». Ползунок остановился на зеленой полосе. Ты выиграл. Деньги мгновенно можно вывести на Киви, Яндекс.Деньги или банковскую карту. Качество просто супер. Вам нормально слышно? Все круто? Мы, короче, трек новый пишем, гениальный, про мемы. Давай, врубай, короче. Это реально 2016 или они типа сделали вид? Спасибо, Умочка. Хорошо, солнце, спасибо. Потише, еще тише. Я хочу ничем заниматься, зачем добиваться, браться. Это реально 2016? В жизни остались только лишь мемы. Мой смысл в жизни — мемы, мемы. Смысл, классно. Мемы, мемы. Мой смысл — мемы. Я смотрела этот клип, когда он вышел. Ну это еще минус, типа, сырой. А текст вообще, короче, готовый. Бля, жестко, чувак. Считай повтора предыдущей работы. То, чтобы сделать хороший клип. Спасибо, Сухарик. Не надо ничего, то есть он будет очень простым. Ну, знаете, почему реакция не такая же? Потому что по типу это то же самое. Мне понравилось больше первая часть. Ну, это как бы та же самая песня. Мой смысл жизни. Стоп, там братишкин говорил или мне послышалось? Типа, мне 20, а все-таки мне 21. Нет, это не звучит. Даня, спасибо, конечно, что скинул вашу новую песню. Но мне почему-то первая версия больше нравится. А, ну такое говно стыдно даже на свиноферму поставить. Мемы 2, блядь, еще более скучную хуйню можно было придумать? Мне 22, не поменялась жизнь, как будто день сурка. Все будет завтра, как вчера, вчера писали. Как хуярит. Я кидаю сукам стиль, они так прутся с этой темнокой. Все ваши игры престолов. А че, Руслан слово поменял или что? Нас ждет наш новый трек. Я поднялся паркур. Мемы снова на беду. Грабанул Робин Гуд. Дайди король, этот свежий мем. Не поебать на власти, в этом преуспел. Это как мемы два, но на год постарше. Сука, Сэм и Нейсон и Дани. Мой смысл жизни мемы, мемы. Смысл мемы, мемы. Смысл мемы. Куда громче, блять? Бля, ребят, ну это одно и то же, такое говно даже на свиноферме стыдно показывать, понятно? Это реклама, парни, не смотрите, 18+. Спасибо, Дэмбо, спасибо, привет. Снова не поделена текстом и клипом. На похуй на бит, сведение и рифмы. Сколько на бит, лет 40 пережил. Будто бы внуку буду бегать, как на паблика засиживал. Если я в России, я присяду за картинки. К черту всех политикам, мы не играем в игры. Сломала эти стенки под звуки на рейве. Здесь мем дженерейшн, ведь шаг из мобинга. Жизнь, мемы, мысли, мемы. Прет меня круче пены. Стиль, мемы, смысл, мемы. Сидим плотно на системе. Не, ну давайте объективно, хорошо. Объективно. Ну это реально одно и то же, ну типа звучит это круто, это действительно звучит круто, клип хороший, он качественный, но просто это одно и то же. Ну мне кажется, каждый год будет выходить мемы 3, мемы 4, мемы 5, мемы 6, то есть, ну... Мой смысл жизни, мемы, мемы, сука. Я подсосала мнение, братишка. Мемы вместе с мемы, задел, задел. Блять, задел под фильтр, ну бывает. Ну клип просто огонь, клип хороший. Смысл мемы, мемы, смысл мемы, мемы, сидим плотно на системе. Смысл мемы, мемы, смысл мемы, мемы. Мой смысл мемы, мемы, сидим плотно на системе. Это типа, короче, копипаст звонка. Да, считай, что олд. Спасибо огромное, 4+4. Мой смысл жизни мемы, мемы. Смысл мемы, мемы. Не, ну вы со мной не согласны, то, что типа это одно и то же? Вот вы со мной вообще не согласны, да, я так понимаю? Мемы, мемы, сидим плотно на системе. Эй, смысл мемы, мемы. Смысл мемы, мемы. Смысл мемы, нет? Мемы. Вы со мной не согласны, то есть вы хотите сказать, что это совсем что-то новое и другое? Спасибо огромное, буду в конце стрима, бро. То есть вы сейчас сидите, вы сейчас меня оскорбляете, я правильно понимаю? Тем плотно на системе. Ну,
я очень уважаю творчество Руслана и Дани. Ну, это одно и то же, но это круто. Ну, типа, вообще, я не вижу смысла вот тут еще спорить как-то. То есть, они умеют делать хорошо, они умеют делать качественно, они делают это. Вот, у них есть на это возможность и все на свете. Вот, поэтому я не удивлена, что это очень качественно, честно.